Привет-привет, друзья! Вы на канале Кита Сити, с вами я, его ведущий Владимир, и на обзоре у нас с вами будет сегодня вот такая вот посылочка, в которой находится увлажнитель воздуха. Я не стал сразу распаковывать посылку, так как я на ощупь чувствую, что посылка очень помятая. И это видео я буду записывать на тот случай полностью с нуля, если придется открывать спор с продавцом, если там какой-то поврежденный товар. Посылка действительно очень сильно помятая, я это ощущаю. Так, давайте потихоньку начнем распаковывать. Да, я уже вижу, что коробка помятая. Но я надеюсь, что с грузом будет все в порядке. Да, конечно, внешний вид ужасен. Продавец не упаковал как следует. Или же нужно там как-то делать, чтобы груз внутри был более зафиксирован и не повреждался. Ну, я надеюсь, что будет все нормально. Вот такая вот коробочка, как вы видите. Красивые цвета такие. Да, и этот увлажнитель бывает в двух цветах. Вот такое темное дерево, светлое дерево. Так. Ну, давайте не будем зацикливаться на этой коробке и посмотрим, что же у нас тут в середине. Так, у нас тут в середине встречает фиксирующая картонка. Слава богу, что она есть. Мерная чашечка на 120 миллиграмм. Дальше идет блок питания. Инструкция. Сам увлажнитель. И пульт управления. В коробке больше ничего нету. Так, давайте посмотрим сразу комплектацию. Значит, у нас есть блок питания, вот такой вот, такой шелестящий пакет. Мощность блока питания у нас, выход 24 вольта, 650 миллиампер. Довольно-таки много. Я думал, это будет обычный 5-вольтовый блок питания, но тут оказывается 24 вольта. Так что, если переделывать на Powerbank, то не получится. Нужно 24 вольта. Так, ну и давайте посмотрим длина кабеля. Тут уже я вижу сразу, что, наверное, больше метра. Кабель длинный. Да, тут 1,5 метра длина. Может быть, даже чуть-чуть побольше. Да, хороший длинный кабель такой получился у нас в комплекте. Вот с вот таким вот штекером. Так. Дальше, что у нас еще есть? Мерный стаканчик. Вот такая вот мерная чашечка на 120 миллилитров. Обычный стаканчик. Инструкция. С этой стороны английский. Хорошо все показано. С этой стороны тоже английский. Слава богу, что нет китайского. По картинкам, в принципе, можно ориентироваться, что к чему, чтобы не вчитываться. Так, ну и давайте посмотрим сам увлажнитель. Пришел он в таком вот пакете, заклеенный скотчем. Да, с увлажнителем ничего не случилось, я это уже вижу сразу, так что все нормально. А еще у нас в комплекте есть вот такой вот пульт, сразу я его что-то не заметил. На пульте у нас имеется 6 кнопок, тут торчит защита для батарейки. Батарейка, неужели тут есть? Да, батарейка есть. SR2025. Защиту мы сразу убираем. Так, что мы видим по внешнему виду этого увлажнителя? Значит, снизу у нас имеются три ножки. Три резиновые ножки прорезиненные. Три болта, которыми держится вся эта конструкция. Гнездо для подключения нашего блока питания. И вентилятор. Выходное отверстие для вентилятора, чтобы засасывать воздух внутрь. Делать захват воздуха. Больше ничего такого тут нету. На панели, передней панели у нас имеется две кнопки. Кнопка Light и кнопка Mist. Также имеются надписи 1 час, 3 часа, 6 часов и включение. Так, ну верхушка у нас такая вот в виде вазы. Очень красиво. Имеется такое вот небольшое отверстие у нас тут для выхода пара.
Сам дизайн выполнен в виде вот такого вот темного дерева, но на самом деле это все пластик. Хорошо, что пластик, а не дерево, иначе дерево бы повредилось или же от сырости вышло бы из строя. Давайте снимем крышку. Так, в крышке у нас имеется вот такая вот пластмассовая штука. Купол сюда. Так, ну и вот само дно. Дно. Вот отсюда будет генерироваться такой туман, пар. И водичка так должна кипеть. В принципе, очень легкая в использовании конструкция. Так, сейчас давайте я залью сюда воды. Воды заливаю 120 миллиграмм. Маловато, конечно. Емкость, кстати, как в описании написано, на 400 миллилитров. Так, заливаю сюда еще один стаканчик. Еще один стаканчик на 120 миллиграмм. Ну да, это примерно пол емкости. Этого на первое время будет достаточно, чтобы мы сделали обзор. Также я сюда еще добавлю эфирное масло с запахом апельсина, мандарина, пихты и какого-то дерева хвойного. Так, добавить нужно несколько капель. Так, добавил 5 капель, оно такой резкий запах. Сейчас, ну, думаю, 5 капель, наверное, это даже много. Наверное, надо было 3 капли. Так, ну все, закрываю. Сейчас я поменяю ракурс камеры, и мы будем включать и смотреть, как же работает этот освежитель воздуха. Итак, увлажнитель воздуха у нас стоит на столе. И давайте теперь включим его в розетку. В розетку подключено. Раздался такой небольшой звук пикающий. Значит, смотрите, давайте сначала разберемся с пультом. Значит, на пульте у нас имеется 6 кнопок. Кнопка питания, включить-выключить. Следующая кнопка, при нажатии которой увлажнитель будет работать интервалами. Значит, он будет периодически отключаться. Там, допустим, минуту работает, или же 2 минуты работает и немножко отдыхает. Работает, отдыхает. Третья кнопка у нас отвечает за непрерывную работу. Четвертая кнопка — таймеры. Каждое нажатие у нас будет переключать время работы: 1 час, 3 часа, 6 часов или же непрерывная работа. Пятая кнопка у нас отвечает за количество пара. Пара больше или же пара меньше. И шестая кнопка отвечает за подсветку. Всего 7 видов подсветки. Итак, давайте включим его. Вот, пар пошел. На белом фоне не видно. Давайте я сзади монитор поставлю, чтобы было видно, какой пар идет. Вот так. Вот видно, какой пар. Тут в комнате немножко светло, и подсветку, скорее всего, не видно будет. Значит, нажимаем вторую кнопку. Это с интервалами работать. Но мы не будем ждать, наверное, сколько по времени интервал длится. Ой, сейчас я чувствую такой вот приятный запах. Вот, смотрите, вы видите, отключился. Отключился. Я сейчас чувствую такой запах хвои и цитрусов. Вот, опять включился, видите? То есть вторая кнопка отвечает за интервалы работы. Нажимаем третью кнопку. Третья кнопка у нас отвечает за непрерывную работу. Все. Увлажнитель воздуха отключаться не будет. Будет вот так вот дуть постоянно. Дальше у нас таймер. Таймеры мы включать не будем. Нам это не надо. Значит, с таймером мы, кстати, разберемся вот этой кнопкой Mist. Она тоже отвечает за таймеры. Так будет удобнее. Значит, пятая кнопка. Большой пар, маленький пар. Нажимаем. Вот сейчас я не знаю, какой пар был изначально. Вот сейчас вот вроде бы как поменьше стало. Нажимаем еще раз. Ну и вроде бы как побольше стало, да. Больше-меньше пара идет. Значит, пятая кнопка у нас отвечает за пар. И шестая кнопка
подсветка. Вот загорелся сейчас красный свет. Если вы не видите, вот тут вот горит красный свет. Ну, по идее, вот этот весь периметр должен гореть. И еще пар должен как бы немножко подсвечиваться. И нажатием кнопки, вот этой кнопки свет, мы можем переключать свет. Зеленый, красный, ярко-красный. Ну, слабо видно. Оранжевый. Ярко-зеленый. Всего 7 видов подсветки, так что мы чуть позже перейдем в темное помещение и посмотрим, как же он работает ночью. А сейчас давайте разберемся, как же у нас работают вот эти вот две кнопки. Значит, кнопка Light отвечает за подсветку. Нажатием этой кнопки, если видно вам, ну тут вот меняется подсветка. Да. И кнопка Mist отвечает за таймеры. Значит, сейчас стоит, ничего не стоит. Значит, нажатием этой кнопки он отключается. Однократным нажатием включается на 1 час. Переключается на 3 часа, на 6 часов и на постоянную работу. Еще один раз, если нажать, выключается. Включаем. Длительным нажатием на кнопку Mist мы можем включить или же отключить режим работы с перерывами. Нажимаем. Сейчас, по идее, увлажнитель воздуха должен отключиться. Вот, не успел нажать, все, отключился. Через какое-то время он должен обратно заработать. Все, опять заработал. Чтобы отключить этот режим без пульта, опять же нажимаем и задерживаем на несколько секунд. Все, однократный сигнал просигналил нам о том, что режим с перерывами отключен. Так, ну что, давайте перейдем сейчас в более темное помещение и посмотрим, как же работает подсветка у нас. Итак, увлажнитель воздуха мы перенесли в темный коридор. И давайте теперь посмотрим, как же у нас работает кнопка Mist. Нажимаем ее. И ночник включается, и тут вот напротив цифры 1 час загорелась такая вот кнопочка. Еще раз нажимаем, уже 3 часа, 6 часов, постоянно включенный. Нажимаем еще раз, отключился. Включаем, работает. Так, теперь кнопка Light включает подсветку. Как вы видите, включилась такая вот красивая красная подсветка. И нажатием на эту кнопку подсветка переключается. Всего 7 режимов подсветки. Также, если смотреть сверху на увлажнитель воздуха, то мы видим, что подсветка также работает и с паром. Пар, который вырывается сверху из этой вазы, имеет свой свет в тон подсветки увлажнителя. Вот так вот оно все работает. Ну и напоследок, друзья, давайте снимем крышку и посмотрим, как же оно там работает. Как бы этого делать нельзя, но мы все равно сделаем ради интереса, посмотрим. О, смотрите, как оно тут парует. Такое ощущение, что ведьма что-то варит в котле, и вот это вот магическое зелье, которое она варит, вот так вот расстилается. Да, там есть отверстие специальное. Но я так понимаю, что оно просто генерирует туман. И этот туман... Просто ему деваться некуда, он выходит вот в это отверстие и делается все красиво. Да, очень сильно простое в использовании. Да, вот видите, снял крышку, вода накапала. Так, ну что, друзья, вот такой вот сегодня мы с вами увлажнитель воздуха распаковали и сделали подробный обзор. Ссылку на магазин продавца, где я купил этот увлажнитель воздуха, я оставлю в описании под видео. Также я оставлю еще несколько ссылок на другие виды увлажнителей воздуха. Всем, кому это интересно, переходите, смотрите и изучайте. Все, что я не рассказал про этот увлажнитель, вы найдете на странице у продавца и можете там посмотреть. Ну и еще я могу дать совет, наливать меньше эфирного масла, эфирных масел. Я капнул на 2 мерные мисочки 5 капель, и я чувствую такой сильный запах в комнате. Вот пока делался этот обзор, минут 20 он работает, наверное.
И уже на всю трехкомнатную квартиру стоит такой вот приятный запах, сильный запах. Так что нужно в два раза меньше капать масла, примерно 2 или 3 капли максимум, чтобы не было насыщенно сильного запаха такого. Как я уже сказал, ссылку на магазин продавца, где я купил этот увлажнитель воздуха, я оставлю в описании под видео, так что смело переходите, смотрите и изучайте. Ну а мы на этом будем заканчивать это видео. Всем, кому оно было интересным, понравилось или чем-то полезным, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами был ведущий Владимир, до новых встреч, пока-пока!